Всем привет, с вами Мегасириус 12. Я наконец-то продолжаю проходить игру Сталкера Чистое небо с модом ОГСМ. Итак, сейчас я, как обещал, захвачу насосную станцию. Вот этот мужик уже в нетерпении меня куда-нибудь отвезти. Не будем его обламывать и отправимся в путь. Так, ну сейчас мы захватим этот, как его, не только насосную станцию, но еще, если времени хватит, мы захватим этот, как, вот, сгоревший хутор. Вот, вроде правильно вспомнил. Также новость такая. Скоро я буду параллельно Чистому небу, ну то есть еще одна. Проходить Stalkers of Pripyat, тоже с одним очень интересным модом. Правда, будет это немного попозже. Блин, да вы заткнитесь. Короче, будет это немного попозже, где-нибудь через неделю. Чистое небо я замораживать тоже не буду. Параллельно будет проходиться две игры. Такс. Вот, а что-то передумал, решил пойти захватить церковь. Пойдем и захватим. Блин, я уж чуть не пальнул. Кстати, что это они? А, новая аномалия. Ну-ка. Проверка. Блин, болт пропал. Это как китайцы загребают все, что можно. Эх, ёп. Блин, что-то малечь прокосил. Блин, живучий. Видимо, сдалека МП5 не очень эффективно. Морковка долбаная. Так, мы наконец-то завалим уже, что ли, этого? А, блядь, другой уже. Эх, ёп. Блин, у нас гранат нет. О, нет. Оркестр приехал. Так, все, вы замочили урода. Поехал. Нахрен его там палить, я и без вас справлюсь. Так, где тут? Не понял. Блин, гопник долбанный, а. Спасибо за помощь. При случае загляни на базу. С нас ведь причитается. Так, где тут тайник? Сейчас найдем. А, вон он где. Ну что ж, посмотрим, что там у нас в тайничке. Так, ну судя по всему, вниз упало. Потом посмотрим, что там. Так, где тайник? Я что-то не догоню. В карнизе купола. Так. Блин. Короче, где-то на крыше. Ничего, порыскаем. Так, вот тут попробуем пролезть. Assassin's Creed отдыхает. Офигеть. Туда я еще не лазил. Блин, а может наверху? Блин, точно. Идем назад. А чё, хоть чё париться? Так, там эти не идут? Не, не идут. Так, ты бинокль зачем мне тут достал еще? О! Эти, как их? Ну, вы поняли, что там? Так, как нам наверх подняться? Блин, где вход-то? Не то. Ладно, сейчас порыщем.
Оп-оп-оп-оп-оп. Аккуратненько. Ножик можно убрать. Стоять, не падать. Не падать. Эх, ёп. А, блин, вон же проход, я что-то уже забыл. Извиняюсь, что-то туплю, молясь. Давно в чистое небо не играл. Блин, чё мне так не круто? Видите, занят, я тайник ищу. Так, ну и чё? Вот я залез. Сюда, наконец-то. А я тут при чем? Я один, а вас много. Ёлки мотанты, где тебя носит? Нужна помощь! Где-где? На крыше на какой-то меня носит. Нет, точнее по крыше. Вот. Блин, ну это и ничок. Ни разу мне не попадался. Блин, ну заколебали вы ныть. Я что ли виноват? Что? Оба, вот он. Ура! Ха-ха, вот этот прикол. Пизда рулю. Нахрена мне 7 детекторов и 5 раций? Да идите его в жопу, меня тут тайник обломал. Эх, мать. Проебали, не защитили. Так, где-то тут еще что-то должно быть. О, 8 научных аптечек. У-ху, гуляем. Так, что тут еще у нас? Пойдем в Южный хутор. Расфигачим. Обыскивать там трупаки я не буду. Кабан, иди сюда. Кабан. Куда побежал, зараза? Оп. Ты что ты меня кусаешь? Ты кусаешься. Так, у какого-то дебила на улице сигнализация сработала. Напрягает. Блин, да выруби ты, а. Вам повезло, что вы этого не слышите. О, все, вырубил. Хвала сталкерам. Сигнализация выключилась. Так, ну тут я помню, где тайник. Вот он. Что там? 4 водочки. Нормально. Так, пойдем разнесем там всех. Четыре, пять копарей. Ну чё, повеселимся. А, пойдем оттуда. Привет. Хотя тебе уже пока. Так, а ещё-то где? Офигеть, удар выдержу. Ух-ха. Что-то там меня. Блин. Прямое попадание. Ну чё ты? Ну чё там у тебя? Так, надо перезарядиться. Так, вот тут ещё я помню. Полезные штучки лежат. Чё ты там давай кушать? О, через мельницу, как в Call of Duty. Убийство через укрытие. Ты чё там? Меня палишь. Ты где? А, вот он. Спасибо, наемник. Без тебя вышка. Не заходи к нам при случае. За вознаграждение. Зайду. Куда я денусь? Баночки. Витаминки. Блин. Еще одна аномалия. Не выпускалка.
виду вроде просторно, а хрену не выпускает. Так, хлам раздолбано. Хотя ладно, МПХ возьмем. Хоть и хлам, но впарим. Так, ПМ-очи тоже можно продать. Так, вроде всего. Так, теперь мы сходим, возьмем вот этот тайник и все, и валим на базу. Потому что времени у меня не очень много осталось. К сожалению, пока у меня не открылась возможность выкладывать больше 15 минут. Кстати, кто знает, благодаря чему открывает такую возможность, плиз, скажите, это сам никак не могу понять. Так, я не знаю, там, скорее всего, есть артефакт, но мне сейчас некогда в аномалию лезть. Просто у меня уже времени осталось мало. Блин, Гарфилд долбанный. Тебя мне только не хватало. Блин, тут стая Гарфилдов. Все что ли? А, не. Фигу. Кискас! Пора кушать. Куда побежала, зараза? Эх ты. Кабан камикадзе сквозь аномалию. Да блин, когда времени нет, вы нападаете, падла. Так, все, готов. Ну иди сюда. Все, все наелись. У меня еще много кискосов. Жалко, времени мало. Так, ладно, обыскиваем тайник. Видимо, в пеньке. Что тут у нас? Ух ты! Вы поглядите! 18 тысяч патронов! Ну ни хрена себе! Да я это все не допру. 294 килограмма. Пиздит, как дышит. Пипец. Так, ну теперь мы будем бегать с Акашкой. Скидываем барахло все это. Где мои МП-ха? Да, наделся. МП. Родненькая. Блин. Ладно, фиг с ним. Аркашка, вот. Вот моя МП. Так, все патроны нахрен скидываем. Нам надо что побольше патронов для Аркашки взять. Всё, перегруз, да? Как всегда. Ну чё, поприкалываемся, ща молясь. Так, я, во-первых, еще дробь скину. Так, рации. Рации дорого стоят. О, детектор тоже, в принципе. Что тут еще? Водку скинем. Так, возьмем еще патрон. Все. Вот теперь гуляем. Так, видимо, прицел нельзя прикрепить. Тайник этот остался. Ну, будем знать, если что, где патроны. Оба, кабан, как-то вовремя. Испытаем Акашку. Блин. Кабаны камикадзе тут одни. Блин, а хотя смотрите. Хороший акт. Кабан только его увидел, сразу сам в аномалию прыгнул. К сожалению, в этой части я его вряд ли успею испытать. Хотя попробуем вот на этих вот. А, не будем пробовать. Просто у меня нету уже возможности. Так, ну время, наверное, уже почти того кончилось. Поэтому я заканчиваю часть здесь. Следующая часть начнется уже с базы, я дойду до нее. Итак, всем спасибо за просмотр, удачи, пока и подписывайтесь на мой канал. Ну и напомню еще раз, что следующая часть будет после того, как это наберет хотя бы 100 просмотров.
Так, ну и по традиции, как всегда, чаще сохраняйтесь. Пока.